«Здравствуйте, мои задумчивые». Провел небольшой анонимный соцопрос и выяснил, что как минимум 40% ваших мыслей заняты мечтами о пятнице. Начинаются они еще в понедельник и длятся вплоть до четверга. Что же? Мечты сбываются. Нейропрогноз на пятницу, 8 сентября. В городах Береза и Каменец днем преимущественно солнечно, до плюс 24 градусов тепла. В Барановичах и Малорите плюс 22, плюс 25, ясно, почти безветренно. Осадки и авральные работы не ожидаются. С 17.00 большинство счастливых глаз будет приковано к часам. Массовая попытка загипнотизировать время и заставить его идти быстрее. В Пинске и Лунинце плюс 23, плюс 22, преимущественно солнечно. В Ивацевичах и Кобрине плюс 23, плюс 24, облачно с прояснениями, без осадков. К концу рабочего дня возможен повальный приступ пунктуальности. Своевременный, но быстрый старт практикуют даже обычно нестремительные черепашки. В Драгичине и Бресте плюс 24, плюс 25, в Столине и Пружанах плюс 22, плюс 24. Теплый солнечный день и грустный вечер. Не волнуйтесь, это только для меня. Компьютеры выключаются. Кабинеты пустеют. Я перечитываю 100 лет одиночества и, как праздника, жду следующего прогноза, чтобы увидеться с вами. Берегите себя!